приглашение на новую программу Lil School. Меня зовут Елена Ахматуллина, и я зову вас на уроки по креативному мышлению. Будет весело. Это призыв не только порисовать, но и узнать, что носил в своем саквояже художник Константин Коровин? Где я спрятал целую гору японских художников Кусай? Гора называлась Фудзияма. Зачем жители древнего города Бомбеи писали на порогах своих домов «Кавы канем»? И отчего эта фраза оберегала непрошенных гостей? Проделаем дырку в натюрморте. И не одну. Смешаем испанского художника Жуана Миро с мизенской народной росписью. Еще много-много-много всего. Про историю искусств, про то, как пользоваться акрилом и гуашью, как смешивать материалы, как разрешить себе творить. Поэтому это курс и для больших, и для маленьких. Но мне пора мыться, а я вас приглашаю. Приглашаю на свой курс. Буду очень рада увидеть ваши работы. Приходите.